Государственный театр оперы и балета Якутии в северной столице. На новой сцене Мариинского театра якутяне в первую очередь представили оперу Александра Бородина «Князь Игорь». Выступление стало стартом их гастрольного тура по городам России и ближнего зарубежья. На исторической сцене Мариинского театра солисты оперной и балетной трупп, симфонический оркестр и хор Государственного театра оперы и балета Якутии представили увертюры, арии и дуэты из известных опер. Всего в труппе более 200 человек. Это ведущие танцоры балетной сцены и поистине золотые голоса Якутии. Мы будем ставить вот в таких больших залах. Это Мариинский, Большой театр Беларуси, Минск, Вильнюсский театр оперы и балета национальный, так, ну и Калининград, Янтарь-холл.